Дорогие друзья, я приветствую всех. Смотрю, вы тут успели уже собраться, поздороваться. Поставьте плюсики, что вы меня видите, слышите, и будем начинать. Сегодня у нас с вами будет вебинар, на котором мы с вами поговорим и непосредственно о маркетинге Boombox. То есть этот вебинар вы сможете скидывать своим новичкам, или если новички присутствуют здесь, то вы сможете понять, в чем суть маркетинга. Но также расскажу вам о том, что у нас в принципе происходит в компании, что планируется, и самое главное – как вам эффективнее всего сейчас включиться в работу. Итак, у нас подгрузилась наша презентация, вы мне поставили плюсики, это просто замечательно. Значит, друзья, можем начинать. Итак, я думаю, что каждый из вас уже знает, что на данный момент у нас идет предстарт маркетинга Boombox. Boombox – это быстрый путь к вашей мечте. Я думаю, что большинство из вас уже это поняли и, соответственно, сейчас активно включились в работу на предстарте. Кто поднимает руку, все вопросы будут смотреть после того, как сейчас проведу презентацию. Итак, по слайдам мы с вами сегодня будем проходиться достаточно быстро, так как у нас есть уже полные разборы, у нас есть от Димы разбор по стратегиям, есть у нас также от Ильи презентации, где тоже рассказывает про Boombox сегодня. Я пройдусь по слайдам, если у вас будут возникать какие-то вопросы, если у нас здесь есть новички, люди, которым не совсем понятно, как работает маркетинг, то вы можете мне задавать эти вопросы, мы по ним обязательно пройдемся. Итак, идем дальше. Первый прекрасный слайд, я думаю, вы все уже видели. Boombox – это новый маркетинг от проекта ProfitBox. Для чего вам нужно знать уникальность, для чего вам нужно сейчас видеть вот эти слайды? Эти слайды сделаны не только для того, чтобы я вам провела сегодня красивую презентацию, но и для того, чтобы вы пользовались этими знаниями, пользовались теми преимуществами, которые я вам сейчас показываю, при своих приглашениях. То есть в маркетинге всегда практически каждому интересно, конечно же, узнать, какой заработок, какие столы и так далее, но то, что вы видите на экранах сейчас, это тоже очень важно, и вам этим важно пользоваться как преимуществами при приглашениях. Потому что если вы приходите к сетевому предпринимателю, который, допустим, уже развивается в какой-то компании, у него там тоже есть какой-то маркетинг, то вам важно знать, чем наш маркетинг отличается от того. Здесь у нас уникальный продукт, короткие столы и быстрый выход на миллион. Идем дальше. Фишки Boombox. Вот это очень важно. Этот слайд, мне кажется, можно прям сохранять себе, копировать, делать скриншоты, сохранять из презентации, которые есть у нас в чатах, добавлять свои посты, потому что вот это основа маркетинга. То есть это короткое описание того, что в нашем маркетинге такого классного. То есть вы можете долго человеку рассказывать, показывать столы, но в этом слайде, по сути, который вы сейчас видите у себя на экране, такая основная выжимка, что же крутого есть в нашем маркетинге. Итак, купить можно любой стол и любое место. Я думаю, что здесь всем все понятно. Выход в безубыток с первого закрытого места. Если вы приобретаете первый стол и приглашаете непосредственно в первый стол, то выйти в безубыток вы можете уже с первого закрытого места. Это сильно отличает наш маркетинг от других маркетингов с короткими столами. Обычно в других маркетингах, когда у них короткие столы, в других проектах, когда короткие столы, выплата идет примерно с третьего стола. У нас же можно выйти в безубыток не то что с третьего стола, а с первого закрытого места. Это очень большая мотивация для новичков, для тех людей, которые только пришли и хотят сразу увидеть быстрые результаты. То есть если вы пришли с командой, работаете как лидер, то вы можете начинать, в принципе, там и со второго стола, как вам удобно. То есть вы знаете, что у вас есть команда, и все как бы готовы ждать до выплаты. Если же вы только пришли потрогать маркетинг, то вы, соответственно, можете зайти в первый стол и сразу забрать себе выплату с первого места. Это очень важное, это одно из очень важных преимуществ маркетинга. Далее, здесь идет трехуровневая система. Выбрать вы можете тот уровень, который соответствует вашему стилю работы. Если у вас есть какие-то вопросы, то я могу более подробно это раскрывать. Если вы все понимаете, то здесь пробегусь как бы быстренько. Трехуровневая система, я думаю, каждый понимает. Соответственно, вы можете приобретать любой уровень, то есть нету переходов между уровнями для того, чтобы вам было проще работать и не нужно было постоянно копить на стол выше. То есть если вам комфортно работать в первом уровне, вас устраивают бонусы первого уровня, то, соответственно, в этом уровне вы можете и работать. Точно так же можете поступать со вторым и третьим, и делать это можно, минуя прошлые уровни. То есть если в прошлом маркетинге вам необходимо было приобретать уровни по порядку, то здесь вы можете приобретать уровень
как вам угодно, любой. Маркетинг с двух- и трехместными столами, что дает быстрое движение, мгновенное закрытие столов. Точечная покупка клонов. Столы закрываются еще быстрее. У нас в столах будет возможность точечной покупки. То есть вы сможете покупать как клонов, которые будут распределяться слева направо, сверху вниз по маркетингу, также сможете покупать клонов точечно для того, чтобы эффективнее работать со своей структурой. Для чего это нужно? Допустим, у вас накопилось уже определенное количество клонов. Вам, допустим, в этих клонов вставали какие-то переливы, вставали ваши люди, вставали другие клоны. И у вас есть клоны, в которых не закрыто одно место, допустим. У нас будет специальная штучка, нажав на которую, вы сможете посмотреть, куда этот клон встанет в следующем столе. То есть, если он перейдет, куда он встанет. И, соответственно, иногда бывает такое по цепочкам, что вам, допустим, не хватает одного места во втором столе, но ваш вот этот клон или ваше место перелетит так, что долетит там до пятого стола, допустим. И, соответственно, очень выгодно тогда приобрести и поставить точечно этого клона. Внедряем специально эту функцию для того, чтобы вам было удобнее работать. Далее, автоматическая расстановка партнеров и клонов. Система делает всю работу за вас. Здесь у нас все будет автоматизировано, все будет вставать слева направо, сверху вниз. Итак, презентацию мы делали достаточно коротенькую, то есть, а если обычно мы делали много слайдов, то здесь мы вам сделали самые такие основные выжимки, преимущества, которые мы с вами обсудили. Далее у нас идут столы. По столам, я думаю, что в принципе вы уже все это видели, но давайте быстренько пробежимся. В столах, как мы и говорили, в первом столе у вас есть вывод с первого места. То есть вы заходите на цену 500 и на вывод у вас сразу же идут обратно эти же 500 рублей. Для новичков, которые только пришли, только хотят потрогать, посмотреть, как что работает, это просто великолепно, когда с первого человека, не дожидаясь, пока вы, как в обычных маркетингах коротких, пока вы дойдете там до третьего стола и так далее, с первого человека вы можете уже увидеть, как работает маркетинг, ощутить на себе. И если вы заходили только в первый стол, то, соответственно, выйти без убыток. Далее, второй стол у нас накопительный, третий стол у нас также есть вывод, и дальше идет накопление. В четвертом столе у нас также идет накопление, в пятом столе у нас есть вывод, клоны и накопление. В клонах вы получаете уже два клона с пятого стола, получаете в первый стол, что тоже придает вам движение. И в шестом столе вы забираете все, что накопилось, пока вы шли по столам. Следующие уровни у нас, в принципе, устроены по такой же системе, то есть точно так же в Silver вы можете зайти, допустим, в первый уровень и выйти в безубыток уже с первого места. Здесь у нас идут накопление и выплаты идут у нас по той же системе в каждом столе. Есть клоны. Я думаю, что с этими слайдами вы знакомы. Давайте я перейду к слайду, где у нас общие подсчеты. Самое интересное. И вот этот стол тоже один из самых интересных. То есть, когда мы говорим, что здесь быстрый выход на миллион. Обычно в маркетингах миллион – это какое-нибудь там суммирование всех столов и так далее. Но здесь захотелось сделать так, чтобы был именно миллион на вывод, вот с одного места вы получаете и можете себе его вывести, забрать целиком и полностью. Поэтому здесь в шестом столе, если вы заходите, допустим, начинаете свое движение с уровня Gold или постепенно накапливаете, то здесь, соответственно, вы можете быстро заработать свой миллион. Также обратите внимание, что будут переливы в первый маркетинг, Profit Box, будут переливы в Green Box, Blue Box и даже Red полетят в клоны. Давайте остановимся на вот этом слайде, где у нас подсчитаны цифры за прохождение всех столов и уровней. Вы получаете на вывод 1 387 500. Напишите мне в чате, как вам эта цифра, как вам вообще, в принципе, маркетинг. Если у нас здесь есть новички и кто-то видел впервые, тоже будет приятно увидеть ваши эмоции. Дальше. Бонус пригласителю 561 тысяча рублей. Это очень щедрый бонус пригласителю. И здесь у нас, я знаю, на презентации находится много лидеров. Вот это для вас главная цифра. Бонус пригласителю. Именно такие бонусы вы будете получать от людей, которых сейчас привлекаете. То есть если сейчас вам, всем, кто приглашает, кажется, что где-то что-то не получается, где-то туго идут приглашения, открывайте для себя вот этот слайд, смотрите на бонус пригласителю
И думайте о том, что каждый человек, которого вы зовете, это потенциально 561 тысяча рублей бонусом для вас за то, что вы позвали человека в маркетинг, работаете вместе с ним, помогаете ему продвигаться. Если у вас, как куратора, вдруг опускаются руки, кажется, что-то не выходит, открывайте этот слайд, смотрите на бонус пригласителю, и я уверена, это будет придавать вам мотивации. Также, друзья, посмотрите, кто-то говорит, что фонит, но, скорее всего, это конкретно у вас, у остальных вроде бы как все хорошо. Также, друзья, обратите внимание на количество клонов и переливов, которые идут как в этом маркетинге, но также приходят и в маркетинг первый, Profit Box. То есть здесь по клонам, я думаю, все видите, какое будет количество и какие, соответственно, можно будет устраивать командные движения. Командных стратегий существует огромное множество. Я думаю, что по этому поводу после запуска уже проведем еще один какой-нибудь вебинар, как можно пользоваться этими клонами, если вдруг кто-то не знает. Но и самое главное, друзья, это то, что маркетинги будут связаны, будут давать переливы другу, то есть будет идти постоянное движение. Вот, друзья, это то, что касается маркетинга, и сейчас мне хочется с вами поговорить о самом важном времени. О времени, которое у нас идет сейчас, это время предстарта. В первую очередь мне хочется искренне от души поблагодарить каждого человека, который сейчас у нас участвует в творческом флешмобе и оставляет свои отзывы. Ваши отзывы – это просто нечто. У меня уже второй день просто великолепное настроение, потому что я смотрю ваши отзывы, ваш подход, то, как искренне вы отзываетесь о новом маркетинге, в принципе, о проекте ProfitBox, и это просто не может не радовать. Также, друзья, помимо того, что вы участвуете непосредственно в флешмобе и забираете себе гарантированный приз, кто не знает, у нас сейчас проходит творческий флешмоб, в котором нужно записать видеоотзыв, выставить его в свою социальную сеть ВКонтакте, написать мне в личное сообщение, есть у нас подробная инструкция, и вы получите гарантированный приз в сумме 500 рублей. Те, кто участвует уже непосредственно в флешмобе, вы не только показываете своим подписчикам, соответственно, в чем вы участвуете, что вы делаете, не только получаете приз, но и таким способом вы можете набирать себе новую аудиторию. О чем я говорю? Некоторые люди, я видела уже в ваших постах, когда смотрела те, кто делает отзывы, я видела, что вы уже пользуетесь этой фишкой, некоторые ее уже увидели. Я обещала сегодня на вебинаре рассказать, каким же образом можно увеличить, приумножить свою команду. Так вот, друзья, с помощью вот этого творческого флешмоба вы можете увеличить свою команду. Каким образом? Я уверена, что у вас есть люди, которых вы звали в маркетинг, и они, допустим, говорили, что у них там на данный момент нет средств, там, им неинтересно, они не хотят пробовать и так далее. С помощью этого флешмоба, с помощью участия в этом флешмобе, человек, который приходит к вам в команду, может получить возможность зайти в маркетинг бесплатно. Давайте мы вернемся к первому столу. Самому первому уровню бронз. Все вы видите цену этого стола. Цена у него, соответственно, 500 рублей. Получается, что поучаствовав в творческом флешмобе, поучаствовав в розыгрыше, записав себе на страничку отзыв от 30 секунд, коротенький, то есть можно делать больше, 30 секунд это такая как бы минималка, можно получить себе сумму для входа в маркетинг. То есть, если человек как-то сомневался, говорил, что у него нет средств, что-то у него не получалось, вы можете предложить ему такой вариант, чтобы человек изучил презентацию и записал отзыв просто о новом маркетинге. То есть, человек изучит презентацию, если человек захочет присоединиться к маркетингу, у него в любом случае будут какие-то моменты, которые понравятся ему больше всего. То есть, что-то зацепит в маркетинге. И как раз-таки об этом можно записать видеоотзыв, отправить мне в личное сообщение логин ProfitBox, исходник видео и ссылку на видео, которое выставили в свою социальную сеть ВКонтакте. И за это получить бонус в сумме 500 рублей. С помощью этого бонуса зайти в первый уровень и попробовать, если очень хочется, а средств нет. Я считаю, что это просто великолепная возможность сейчас вырастить свою команду, потому что, считай, вы можете привести людей себе в команду, и изначально для входа в первый стол им не придется ничего вносить самостоятельно. Они смогут это сделать, записав видеоотзыв.
Как вам эта идея? Напишите мне в комментариях, будете ли пользоваться, считаете ли это полезным. Потому что мне кажется, что это просто замечательно и может помочь особенно новичкам очень приумножить команду. Потому что многие, кто сейчас зашли, новички, им кажется, что вот вначале там нужно показать свой суперрезультат, свой там первый миллион и так далее, потом ко мне пойдут, потому что вот сейчас мне не верят и не хотят вносить даже вот там те же 500 рублей. Если вы так думаете, то пользуйтесь той стратегией, которую я вам сейчас рассказала. То есть предлагайте человеку изучить маркетинг. И когда он его изучит, будут моменты, которые понравятся. Поделиться этими моментами и за это получить возможность входа. И ваши люди, которые будут заходить даже таким образом, то есть представьте, вы, допустим, позовете, скажите, вот как проще позвать человека зайти, грубо говоря, за отзыв, то есть когда у вас еще, допустим, не сформирована команда, вы новичок, вы можете позвать человека за отзыв. И когда ваши люди зайдут, вот, допустим, вы заходите, вы уже не один. Вы заходите, и вместе с вами пришли там 20 человек, 15 человек. Можно найти очень много людей, которые захотят попробовать, можно сказать, бесплатно. Многие люди, очень многие люди хотят зарабатывать, но не каждый готов изначально включаться и что-то делать. Но когда человек увидит, что это работает, когда человек получит такую возможность, то в дальнейшем он включится. И вам будет уже проще делать приглашение в команду, потому что вы, когда пойдете звать, вы, соответственно, сможете уже показывать, что, например, смотри, у меня в команде есть 20 человек, и они все прокупились. То есть вот, у меня есть уже, может быть, не такая большая, но вот, у меня есть команда. То есть вам уже будет проще. Вы не будете идти и говорить, что да, вот, допустим, ты там у меня в команде будешь первый. У вас уже сформирована какая-то команда. Вы уже начали работать и развиваться. Пользуйтесь обязательно этой стратегией. Что вы мне тут пишете, сейчас посчитаю. Записал видео, зашел за счет компании. Я их так и зову. Да, видела уже, что многие догадались до этой идеи. За любой кипиш, правильно. Замечательная идея, обязательно воспользуюсь. В полном восторге вообще от проекта. Не ожидала, что можно так быстро закрываться. Да, друзья, движение у нас просто молниеносное. Я еще сам не разобрался с маркетингом. Александр, заходите после этого вебинара обязательно на YouTube. У нас, если не были в начале вебинара, то я кратенько пробежалась по маркетингу. Также у нас есть подробные видеоразборы маркетинга. Есть у нас в чате закрепленный голосовой с ответами на вопросы после презентации. То есть вся информация, чтобы разобраться в маркетинге, у нас есть. Если использовать ускорение, то есть на YouTube там ускорить, голосовой чат ускорить, то примерно за час-два, уверяю вас, вы сможете полностью разобраться с маркетингом. Дальше. А если я не умею приглашать? Что значит «не умею приглашать»? То есть вы, допустим, пишете человеку, и он вам отказывает. Нету такого «не умею». То есть это тот навык, который вырабатывается. Это даже приглашение, я бы даже не назвала это навыком. Приглашение – это просто упорство и настойчивость. То есть когда вы в день пишете определенному количеству людей, спустя даже там 100 отказов все равно начнут люди соглашаться. Тем более, когда вы, допустим, предложите им заходить, то есть вы предложите попробовать зайти в маркетинг с учетом, что сумму на вход человек получит просто за свой отзыв. То есть здесь вам... Ну, кто-то, конечно, будет отказывать, но большинство людей, я уверена, будет соглашаться, потому что попробовать хочет каждый, и ProfitBox — это проект, который хоть и сейчас, допустим, существует еще недолго, но я уверена, что уже зарекомендовал себя. И есть у нас чаты с отзывами, есть у нас чаты с чеками, в которые вы можете позвать человека и сказать, смотри, как это работает, как круто получается, давай со мной будем делать так же. Сейчас у тебя есть возможность зайти вот таким образом. Приглашать умеют все, нужно просто захотеть. Да. Смогу ли я заработать, если никого не приглашу? У нас есть прошлый вебинар Димы по стратегиям. Там есть стратегия для пассивщиков. Вот. Но там, когда вы заходите на пассив, соответственно, ваш пассив в матрице должен быть чем-то обеспечен. В каком плане обеспечен? То есть у вас должен быть активный куратор, с которым вы договариваетесь, что вы заходите на пассив, либо же нужно брать стол повыше. Ну, вообще, конечно, вкупе это должен быть и активный куратор, и брать стол повыше. Тогда есть возможность заработать на пассиве. Но это матрица, поэтому здесь, соответственно, лучше включаться самому.
Виктория, клоны в green, blue и red также будут автоматически вставать или самим нужно расставлять? А в green, blue и red они вам будут приходить, и вы их будете ставить вручную. Если у вас нету еще вообще столов в маркетинге ProfitBox, тогда первое место у вас как бы встанет автоматически. Дальнейшие места, то есть первое место расставит ваш куратор, дальнейшие места вам будут приходить как клоны, вы будете ставить их вручную. Вот, друзья, стратегия, о которой я вам говорю, о том, что можно приглашать человека там на 500 рублей, вот там от компании и так далее, она, я думаю, будет достаточно эффективной, ей можно пользоваться, но если вы лидер и вы чувствуете, что вы можете команду заводить на более высокие столы, выстраивать стратегии, делать более активные движения, то, конечно же, делайте это. То есть, если вы начинающий и вам вот хочется попробовать попривлекать, а люди все что-то никак не идут, то им дорого, то им неинтересно, то еще что-то, то попробуйте воспользоваться вот этой стратегией. Я думаю, что это принесет просто колоссальные результаты. Бумбоксы, остановка тоже вручную? Нет, здесь расстановка автоматическая, но есть возможность точечной покупки клонов. В начале вебинара об этом рассказывала. Вот, также, друзья, что еще мы планируем делать, чтобы предстарт у вас прошел еще более эффективно? Сегодня вечером мне должны на тест отдать нашего рекламного бота. Обычно тестировка занимает 1-2 дня, и после этого я уже буду отдавать его вам. Что это будет за бот для тех, кто не слышал, а для тех, кто слышал, еще раз повторю. Это будет бот, в котором мы простроили прям идеальную цепочку следования человека, чтобы вы могли на этого бота, допустим, настраивать рекламу, или же чтобы вы могли этого бота отправлять человеку, с которым вы уже пообщались, который уже хочет к вам заходить, и вы ему говорите: слушай, если хочешь более подробно ознакомиться со всей информацией, вот все, ты уже готов к нам присоединиться, смотри, я тебе сейчас отправлю ссылочку, заходи, и там пошагово сможешь со всем ознакомиться. То есть это такой бот-помощник, который будет помогать и тем, кто запускает рекламу, потому что из тех ботов, которые я видела в других компаниях или которые собирают там сетевые предприниматели для себя, я сделала такую выжимку всего, скажем, самого лучшего. Этот бот, я продумала для него текст и его составляющую так, чтобы этот бот выглядел так, как будто вы индивидуально общаетесь в этом боте с каждым своим партнером, кому его отправили. Также мы добавили в этого бота просто уникальную, я бы сказала, уникальное техническое решение было. Придумали, как сделать так, чтобы у бота, которого вы будете получать, у каждого бота была именно ваша реферальная ссылка. То есть, чтобы это был бот не просто как от компании, и человеку было непонятно, куда идти дальше, а каждый из вас сможет получить бота со своей индивидуальной реферальной ссылкой. А сейчас давайте я вам расскажу, как это будет работать. На данный момент у нас есть наш ProfitBox-бот, в него можно зайти с личного кабинета. Обязательно, кто еще этого не сделал, сделайте. Это бот-помощник от компании, который сообщает обо всех финансовых операциях, регистрациях и так далее. Кстати, финансовые операции скоро у нас будут расширены, и вы будете видеть не только сумму, которую вы получаете, но и будет приходить ссылочка на стол, откуда вы, соответственно, эту сумму получили. Так вот, в этом боте мы добавим кнопочку «Получить вот нового бота». И нажимая на эту кнопку, вам будет приходить уникальная ссылка на бота, в котором уже будет вшита ваша реферальная ссылка. Реферальная ссылка того кабинета, с которого вы присоединились к основному боту. Я надеюсь, понятно. То есть здесь постарались продумать для вас систему, долго думали, как можно сделать так, чтобы у каждого была своя индивидуальная реферальная ссылка. Я смотрела, люблю перед такими важными нововведениями посмотреть, как это реализовано у конкурентов, и ни у одного конкурента я не нашла такого, чтобы человек мог, просто нажав на пару кнопок, не регистрируясь там фазербот, не собирая бота самостоятельно, получить его со своей реферальной ссылкой. То есть здесь мы попытались для вас сделать все максимально автоматизированно, чтобы любой человек, который даже не разбирается там в создании и сборке ботов, чтобы каждый мог воспользоваться им для себя. В этом боте будет все необходимое, чтобы новичок вошел в курс дела. Очень круто, очень поможешь, ждем с нетерпением, очень важно и классно. В случае смены домена в боте будет ссылка меняться автоматически. Будем стараться.
Дорогой бот, молодцы, хороший инструмент, вообще огонь. Да, друзья, сегодня начну его тестировать. Надеюсь, что там все будет так же, как я описывала нашему специалисту в ТЗ. Вот, тогда, соответственно, быстрее отдадим его вам. Бот будет внутри платформы, рассказала. В Boombox уже можно регаться. В Boombox не нужно регаться отдельно. То есть вы, если зарегистрированы в ProfitBox, в принципе, проект, то там просто заходите в раздел маркетинге, выбираете Boombox и можете приобретать там столы. Там сейчас идет предстарт, и, соответственно, есть возможность покупки столов. Хотелось бы отдельно затронуть тему предстарта. Сейчас я вам рассказала о том, какая возможность у нас есть, у вас есть, у нас есть, приглашать людей с помощью творческого флешмоба. Рассказала вам о том, что совсем скоро у нас будет бот. Также буквально сегодня-завтра по Boombox у нас будет презентация на турецком, на английском языке. Картинки тоже будут на турецком языке. У нас о них просили, сейчас дизайнер у нас ими занимается, занимается переводами. Не знает у нас дизайнер турецкий язык, поэтому старается все сделать. Правильно, переводы все заказали, делаем. Будут, соответственно, у вас презентации на разных языках. Насколько высокий стол нужно взять, чтобы прорваться без приглашений? Заходите и смотрите по высоте столам, где меньше всего людей, где купили меньше всего людей. То есть чем меньше людей в столе выше, тем, соответственно, больше будет приходить переливов. Вот, то есть можете посмотреть вебинар по стратегиям, Дима, он там про все это рассказывал. По поводу предстарта, того времени, которое у нас идет сейчас. Я вам рассказала, какие инструменты у нас уже есть, какие инструменты будут. И, друзья, хочется сказать о том, что сейчас самое важное, самое крутое время, которое ни в коем случае нельзя упускать, потому что маркетинг Boombox, после него мы в ближайшее время не будем делать никаких запусков. То есть сейчас нужно максимально вложиться в приглашение, максимально проработать с этим. На данный момент предстарт у нас идет очень активно. В день у нас в компании присоединяются примерно 300-400 новых людей. Это ваша работа, вы огромные молодцы, но вы можете делать еще больше, потому что сейчас присоединяется по 300-400. Когда маркетинг запустится, то будет присоединяться еще больше людей. Но не думайте о том, что когда маркетинг запустится, будет там легче приглашать и так далее. Люди будут присоединяться к тем, кто строит команды сейчас, кто после запуска покажет крутые результаты, и к вам в команду люди, которые сейчас есть, действительно, друзья, общаемся с лидерами, знаем, сейчас есть очень много людей, которые просто сидят и ждут, и думают: так, я, пожалуй, буду заходить, когда уже там люди получат первые результаты. Сейчас хочу вернуться к нашему слайду с итогами и продолжать. Многие сидят и ждут, потому что некоторые люди хотят заходить, когда уже будут как бы результаты какие-то, когда получат первые выплаты и так далее. И как только люди это получат, то начнут массово присоединяться в команды. И как вы думаете, человек обычно хочет присоединиться к команде, в которой уже есть какое-то количество людей, они активно работают, или к той команде, которая только начала собираться? На предстарте, в принципе, все равно, кому присоединяться. То есть вы можете рассказать о том, что вы занимаете сейчас активную лидерскую позицию, вы активно занимаетесь приглашениями, вы можете предложить человеку зайти на условиях вот этого творческого флешмоба, про который я вам рассказывала. Вы можете вырастить команду сейчас, чтобы после старта люди, которые будут присоединяться, они тогда будут проще приходить к вам в команду. На данный момент мы рассчитываем, что к лету, то есть на данный момент у нас примерно 20 тысяч регистраций, к лету мы рассчитываем, середина лета, что у нас будет около 100 тысяч регистраций. И, соответственно, как вы думаете, какие команды будут больше расти? Команда, в которой уже, допустим, там 20 человек, или команда, которая начнет только потом? Сейчас вы закладываете фундамент своего роста, сейчас вы закладываете фундамент своего заработка. Предстарта в ближайшее время не будет. Сейчас, перед летом, вам нужно включиться, максимально поработать, чтобы люди потом сами просились в вашу команду, потому что они будут видеть, что вы активно двигаетесь, что у вас в команде есть движение, что с вами интересно. И сейчас с помощью вот всех вот этих инструментов, с помощью бота, с помощью флешмоба, который мы сейчас проводим на отзывы, что человеку можно зайти практически бесплатно, вы можете действительно очень сильно приумножить свою команду. И если вначале она может идти как-то туговато, немножечко трудно, то потом, когда ваши люди будут включаться, то есть сейчас ваши люди, которые придут к вам в команду, вы можете им предложить
такую же стратегию для привлечения с помощью, там, допустим, видеоотзывов. То есть вы один, когда вы приглашаете один, вы можете, допустим, 20 человек позвать таким образом. А когда эти 20 человек начнут приглашать по такой же системе, как вы думаете, сколько людей в общем станет у вас в команде? Пусть они будут заходить там пока что, например, на первый стол. Кто-то сможет заходить на стол выше. То есть представьте, какое движение вы можете устроить просто благодаря этому, казалось бы, творческому флешмобу. То есть вы сможете приглашать, и обязательно, когда будут приходить новые люди, делитесь с ними тоже этой стратегией для привлечения. Мало того, что у вас прибавится команда, весь ВКонтакте, сейчас, когда я захожу, мне очень приятно видеть, что ВКонтакте зеленеет. Очень много постов о ProfitBox, очень много историй о ProfitBox. И когда идет вот такой массовый охват, человек заходит в социальную сеть, и даже если его еще никто не приглашал, он не слышал, у него постоянно мелькает ProfitBox, ProfitBox, ProfitBox. Это откладывается у человека в голове. И когда вы придете его приглашать, соответственно, он где-то уже это видел, ему проще будет к этому прийти. Поэтому, друзья, чем больше вы делаете постов, чем больше вы выкладываете историй, когда вы делаете видеоотзывы и своих людей привлекаете также делать видеоотзывы, это дает общий охват, который в перспективе помогает вам приглашать. Потому что я думаю, что каждый из вас знает, что любой человек хочет заходить в компанию, которая шумит, про которую сейчас слышно везде. И мы сейчас для вас создаем такие условия, чтобы вы не просто так шумели за то, что мы вам скажем, что вы молодцы, это, конечно, тоже классно, вы молодцы, но мы вам даем возможность еще и заработать на этом. И чем больше вы будете включаться, тем больше это и вам будет приносить результатов, потому что, я думаю, вы замечаете, как на предстарте легко звать. Почему на предстартах вообще, в принципе, легче звать, чем когда маркетинг уже там запустился, работает какое-то время? Потому что на предстарте идет максимальная шумиха, а маркетинге слышно везде. Вы зайдете в чат, заведете человека нового в чат, и он будет видеть постоянно, как что-то пишут о маркетинге, восторгаются. Вот приходить на те же презентации, которые мы для вас проводим. То есть сейчас, допустим, вы находитесь на презентации вживую. Это совсем другое, чем запись. И когда вы, допустим, приглашаете после старта вебинаров становится меньше. И вы можете человеку сказать, да иди там посмотри запись, и он будет думать, а, ну, это запись, посмотрю через час-два, никогда забуду про это. А когда вы зовете человека на предстарте, то вы можете приглашать на живые мероприятия. И здесь, соответственно, мы, как администраторы, можем уже помогать вам выстраивать работу с человеком. И, соответственно, самому человеку рассказывать, как лучше работать. Так, есть ли короткая презентация для ознакомления? Есть, друзья, она перед вами, она у нас в чате закрепе, в инфочате, она у нас в боте, она у вас везде, можете ее забрать. Можно эту презентацию выложить, она уже выложена, она есть у нас в чате. После этого вебинара обязательно я вам ее еще раз продублирую, но она есть у нас в закрепе, если вы сейчас так нажимаете пальчиком на него, то вы обязательно до него долистаете. Презентация это у нас есть везде. Также, друзья, присоединяйтесь обязательно к информационному чату, потому что в информационном чате у нас есть также картинки для постов. Там у нас есть два формата. У нас есть картинки для постов, картинки для сторис, которыми вы можете пользоваться. У нас их там, по-моему, около 7-8 штук. Есть также баннеры, вот, которыми вы можете пользоваться, если даете рекламу. То есть все информационное мы вам предоставляем. Есть также коротенькие видео, которые вы тоже можете постить себе в сторис. Все это есть в инфочате, поэтому обязательно туда вступайте, забирайте себе для истории, потому что чем больше вы будете сейчас делать охват, чем больше вы будете выкладывать истории, постов, делиться своими впечатлениями, тем, соответственно, проще вам будет приглашать. Потому что даже человек, когда, например, вы его зовете, я думаю, что вы знаете, помните по себе, что когда вам пишет человек, что вы делаете первым делом? Не всегда даже вы первым делом ему отвечаете, первым делом вы заходите на страницу и смотрите, а что вообще у человека на странице, что за проект? И если вы зовете в проект, а у вас на странице нет ничего об этом проекте, то у человека будет как бы, ну, диссонанс, то есть человек зовет, а непонятно куда, он нигде не рассказывает, о чем это, что это, как это, почему он у себя на странице это не показывает, если это так классно. А когда человек заходит и видит у вас, вот в лучшем случае, видит видеоотзыв, где вы со своим лицом сами рассказываете о маркетинге, во-первых, он видит, что вы проявляете себя. Проявляют себя только
сильные и смелые люди. То есть человек, который боится, который не уверен, он не будет записывать видеоотзыв, он не будет записывать историю, он будет просто со страницы без аватарки, без каких-то подписей будет писать, и ему не будут отвечать. Потому что, ну, просто выглядит как будто пустая фейковая страница. Я бы, если честно, даже по ссылке с такой страницы боялась бы перейти, потому что в интернете сейчас столько всего, что как бы, ну, переходить по ссылкам для той же регистрации со страницы, где у человека не стоит ни аватар, нет какого-то описания, нет ни одного поста, не видно лица человека, ну, как бы достаточно мутная тема. Поэтому если вы хотите, чтобы у вас была больше конверсия при приглашениях, то оформляйте правильно свою страничку. Можете брать посты, которые есть у нас в инфоканале, в Телеграме. Группу ВКонтакте, к сожалению, нам заблокировали, поэтому с нее репост делать нельзя, но вы можете брать посты, которые есть у нас в инфоканале, просто копировать, вставлять себе ВКонтакте. Обязательно запишите видеоотзывы, потому что, когда человек будет заходить на вашу страницу, одно дело посмотреть на фотографию, посмотреть какую-то красивую картиночку, а другое дело посмотреть на вас. Как вы общаетесь, как вы преподносите себя, что вы думаете об этом маркетинге. Потому что сейчас, вот на самом деле, я смотрю 2 дня уже ваши видео, которые вы мне кидаете с отзывами, и мне настолько безумно приятно и радостно, потому что вы записываете настолько искренние, крутые ролики, на которые я смотрю, и если бы я была человеком, то если бы меня позвали, и я зашла к вам на страничку и увидела бы, что вы так отзываетесь о проекте, так искренне, с улыбкой, с душой отзываетесь о проекте, в который меня зовете, то я бы захотела попробовать. Потому что это вызывает доверие к человеку, когда вы видите, как человек общается. Это просто, в принципе, располагает. То есть вы, когда общаетесь с любым человеком, вы видите, как бы нравится он вам по общению, сложится ли у вас коммуникация. И когда у вас будет страничка заполнена вашими видео, вашими там видеоотзывами, постами, то человеку будет проще с вами коммуницировать. А если ему будет проще с вами коммуницировать, он будет больше вам доверять и, соответственно, с большей легкостью присоединиться к вашей команде. Посмотрите, пожалуйста, мой вопрос наверху. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, подробнее про Magic Box, что и как он работает. Это у нас есть в начале презентации, то есть если вы пришли немножечко позже, в начале я об этом рассказывала вкратце. А если более подробно, то у нас есть на YouTube вебинары, могу их продублировать в чат после окончания вебинара, где прям подробно рассказывали обо всем, как что работает. По несколько раз не проводим одно и то же, потому что как бы есть в записи и особо не имеет смысла. Сейчас мы пробежались быстренько по маркетингу. Вот, если есть какие-то конкретные вопросы, давайте расскажу. Если нужно подробно в общем, то лучше вам посмотреть в записи после вебинара. Как будет проходить старт? Что должен делать человек, если сейчас уже купил стол в новой площадке? Человеку на старте не нужно будет делать ничего. Система все сделает автоматически. На данный момент у нас идет предстарт. На предстарте вы, можно сказать, бронируете места. Старт у нас будет происходить по линиям. То есть вначале расставится первая линия Ильи, потом будет расставляться вторая линия, третья линия и так далее. По столам это будет происходить с последнего к первому. То есть вначале будут расставляться те люди, которые купили в последних столах, и постепенно будет переходить к первым столам. Вот так будет происходить старт. А можно видеоотзыв не в ВК, а в Телеграм. Если у вас в Телеграм какая-то ваша группа с вашими людьми, то можно. То есть, в принципе, почему мы делаем видеоотзыв в ВК? Потому что в ВК у вас есть друзья, в ВК у вас есть своя страничка. И, соответственно, если вы видеоотзыв запишите просто, ну, кружочком в наш общий чат, у нас в общем чате все и так знают про ProfitBox, все знают про BoomBox, все знают, что это классно. Мы хотим, чтобы ваши друзья, чтобы ваши знакомые об этом узнавали. Мы хотим, чтобы вы учились проявлять себя перед людьми, перед вашими потенциальными партнерами. То есть для чего делается этот охват? Для того, чтобы вам было проще привлекать. Поэтому это делается ВКонтакте. Если у вас есть, там, допустим, активный Инстаграм, то вы можете сделать это в Инстаграме. Если у вас есть активный ТикТок, вы можете сделать в ТикТоке. Но, насколько мы знаем, больше всего пользуются именно ВК, поэтому в основном делают там. В своих группах с потенциальными. Лиль, да, можно. Можно делать в своих группах с потенциальными. Вообще, я советую вам, друзья, вот вы поучаствовали в флешмобе, да, вы там скинули мне видео, выставили его ВКонтакте, вы там, допустим, за это получите бонус, это классно. Но не оставляйте это видео лежать у себя в столе в полке. Если вы уже его записали, вы решились, вы проявили себя,
раскидывайте его по чатам. У вас по-любому, 100%, даже у меня, есть полно всяких чатов в WhatsApp, в которых сидят люди тоже заинтересованные в доходе и так далее. И одно дело, когда в эти чаты, я думаю, вы сами видите, знаете, каждый день туда пишут что-то текстом, какие-то вот такие приглашения, которые ни вы, ни другие люди не читают. А другое дело, если вы видеоотзыв, который уже записали, скиньте в эти чаты. Да, вот Лили говорит, можно и в рекламе использовать. Абсолютно верно. То есть этот видеоотзыв, помимо того, что вы получаете за него бонус, выкладываете его ВКонтакте, не прячьте его. Вы можете его показывать дальше. То есть вы можете отправлять его в группу в WhatsApp, в потенциальные группы в Телеграме вы можете отправлять. Вы можете использовать его в рекламе. Вы можете, в принципе, новому человеку, с которым вы начали общаться, с которым вы ведете там приглашение, вы, допустим, начали общаться с ним там текстом или голосом, вы уже там говорите что-то, и вы можете сказать ему: слушай, я тут недавно видеоотзыв для своей компании записывал, хочешь посмотреть? Как бы и меня ближе как человека, как куратора там сможешь оценить, и видеоотзыв послушаешь. Вы можете отправлять это своим потенциальным людям. То есть эти видеоотзывы, которые вы записали, мне скинули действительно очень крутых, классных отзывов. Много. На которые я смотрю и прям искренне улыбаюсь. Есть люди, которые нас записали отзывы вообще по 5, по 6 минут. То есть это просто прекрасно, что вы это делаете. Обязательно этим пользуйтесь. Выходите в прямые эфиры. Есть, я знаю, еще где-то инструменты, можете спросить в чате, кто-то когда-то пользовался, что можно делать у себя трансляцию ВКонтакте. Это платная услуга, но можно вставлять свое видео, и чтобы постоянно шла трансляция, чтобы заходили новые люди, а там раз – и ваш отзыв. Если у вас есть, соответственно, время, и вы не боитесь, то обязательно можете выходить в прямые эфиры. Это тоже очень круто, очень классно, потому что к вам в команду тогда человеку будет проще решить зайти, когда он будет видеть, какой вы человек, как вы проявляетесь. А если я приобрету стол за 5000, а мой приглашенный за отзыв, я также получу реферальные? Смотрите, реферальные вы получаете, если вы находитесь в одном уровне. То есть, смотрите, допустим, вы приобрели, например, первый стол. Давайте вот с этой стороны посмотрим. Вы приобрели первый стол, а ваш личник приобрел, допустим, пятый стол. И, соответственно, если вы есть в этом уровне, то вы потом получите бонус пригласителя. Давайте на первом столе, чтобы было проще. Например, вы купили стол за 500, а ваш личник купил стол, ну, допустим, сразу, давайте там декорацию, чтобы понятно было, сразу купил шестой стол. Если вы есть в этом уровне, то вы получите вот этот бонус пригласителю, но при этом ваш личник конкретно в стол встанет кому-то другому, и вот эту выплату, например, которая на вывод 10 тысяч, он принесет кому-то другому, потому что вас в этом столе нет. Но свои кураторские, если вы находитесь с ним в одном уровне, вы получите. Угу. По трансляции программы RuStream. Да, вот можете пользоваться вот этими программами, можете проводить прямые эфиры. Прямые эфиры – это тоже очень круто, даже если вам кажется, что ой, да там никто не зайдет. Даже если зайдет 1-2 человека, это уже будет здорово. Когда мы только начинали прошлый проект, на Zoom собиралось на начальном этапе 15-20 человек, и как бы казалось мало, но мы всегда их проводили. И даже если бы здесь сейчас было мало участников, я бы все равно проводила для вас этот эфир, потому что потом кто-то посмотрит в записи, кто-то скинет это своим личникам, и, соответственно, вам будет проще с приглашениями. Друзья, сейчас будем подводить уже итоги нашего вебинара, будем потихонечку заканчивать, потому что мне сегодня еще тестировать супербота, про которого я вам рассказывала. Хочу вам искренне пожелать сейчас активно включиться в предстарт. Потому что сейчас идет самое золотое и самое важное время. Именно сейчас вы можете максимально расширить свою команду. Пользуйтесь теми возможностями, которые вам предоставляет компания. То есть вы можете пользоваться творческим флешмобом, который мы сделали, пользоваться возможностью входа, можно сказать, за сумму творческого флешмоба. Пользуйтесь бота, совсем скоро мы вам предоставим бота, сможете также пользоваться им. Не упускайте возможность, потому что тот прирост, который идет сейчас, вот сколько у вас новых людей придет в команду, если сейчас за время предстарта к вам придет даже 20 человек, то считайте, что это потенциальные 100 и 200, потому что эти 20 человек начнут зарабатывать, они включатся в работу. И чем быстрее вы наберете себе хоть какую-то команду, тем больше и тем быстрее вы потом будете расти.
Презентационный ролик маркетинга уже есть, неделю назад выложили. Обязательно смотрите на ютубе. Вот для этого подписывайтесь на бота и подписывайтесь в инфоканал, чтобы обо всем всегда узнавать и ничего никогда не пропускать. Так, сейчас еще пару вопросов. Правильно я понимаю? То есть, если я купила в первые дни стол, то встану я в числе последних? Нет. Это не имеет вообще значения время покупки. Вставать вы будете поочередно по линиям. То есть, какая у вас линия от админов, там просто будет по очереди расстановка. А время... Никак мы не добавляли временной фактор для того, чтобы не было такого, что кто-то, тот, кто зашел первый, что он там, допустим, будет вставать последний. Нет, такого не будет. То есть вы можете заходить в любое время на предстарте, как вам удобно, когда вы хотите. Расстановка будет идти просто по линиям. Вот, поэтому не переживайте, заходите сейчас, привлекайте сейчас. Вообще предстарт длительный, зачем он нужен? Для того, чтобы вы могли сейчас оповестить всех своих партнеров, пообщаться с потенциальными партнерами, и чтобы они сразу могли, приобретать столы. Поднимает руку. Вот если кто-то поднимает руку, напишите просто в вопросы или вопрос, то есть поднять руку. Поднятие руки, там вопрос не высвечивается. А выводить сейчас кого-то отдельно на трансляцию мы так не делаем. Поэтому или вопрос текстом, вопросы, или сюда отвечу. Вот. Вопросов, в принципе. То, что есть короткая презентация, это знаю. А именно, где про маркетинг полностью рассказывают, как ролик про Фитбокс. Такой ролик, кстати, друзья, у нас тоже будет. Будет примерно через пару дней. У нас это делает партнер компании, вот, делает такой ролик. Куда отправлять вам ссылку на записанный видеоотзыв? В Телеграме, в закрепе висит сообщение, где есть мой Телеграм, куда нужно мне отправлять. Также, друзья, помимо того, что вы отправляете ссылку, пожалуйста, запомните, вы отправляете мне ссылку на пост ВК. Далее, вы мне отправляете сам исходник видео, потому что мы с этих видео потом нарезаем такие, как отзывы, которыми вы можете пользоваться у себя в соцсетях, которого мы вставим в бота, того же, который бот мы сейчас делаем, мы туда вставим частички ваших отзывов, чтобы вы, когда приглашали новичка, он мог посмотреть на живых, реальных людей. Поэтому нам нужны исходники также ваших видео. Исходники, вот как вы с телефона ВК выкладываете, вот так же мне его подгрузите в Телеграме. То есть, первая ссылка, второй исходник видео и третье логин. Но логин, друзья, отдельно, отдельным сообщением, просто логин. Не нужно подписывать мой логин или это мой логин и так далее, потому что эти логины я собираю в отдельный список для начисления программистам. И, соответственно, когда вы переводите деньги партнеру, вы же не пишете «перевод для моего партнера» и «логин» вот в этом окошке переводов. И вы пишете только логин, и мне нужен только логин. И когда вы мне пишете еще какие-то слова вместе с логином, то мне приходится не просто его копировать, а переписывать его или как-то копировать себе текст, вырезать. В общем, это замедляет процесс. Поэтому отдельно ссылка, отдельно видеоисходник, отдельно логин. Без каких-либо слов, английские буквы, я пойму, что это ваш логин. Так, куда отправить ссылку? Ответила. Спасибо за ответы, вы молодец. Спасибо большое, это вы молодцы, что вы присутствуете, что задаете вопросы, во всем разбираетесь. Вот, друзья, сейчас вам продублирую видео, которое у нас есть, кто хотел более подробно еще изучить маркетинг. Мы с вами тут уже 50 минут, планировала в 35 уложиться, но никогда у меня не получается. Я надеюсь, что будете пользоваться теми возможностями, которые сегодня мы с вами обсудили. Обязательно растите свою команду сейчас. На предстарте, потому что, во-первых, предстартов в ближайшее время больше не будет, а во-вторых, то, что вы сделаете сейчас, в перспективе это x10. 10 партнеров, которых вы сейчас привлечете, дадут вам 100 партнеров, потому что ваши партнеры тоже включатся. И если они будут включаться на предстарте, то это еще более эффективно. Поэтому обязательно включайтесь в работу. Это будет вашим лучшим подарком к летним каникулам, чтобы летом вы смогли уехать в классный отпуск, хорошо заработать, качественно отдохнуть и потом с новыми силами снова включаться в работу. Создайте себе сейчас, заложите себе фундамент того уровня жизни, к которому вы стремитесь. Сейчас на этом предстарте, в этом маркетинге действительно можно это сделать. Только нужно приложить усилия. Со стороны компании мы делаем все возможное для того, чтобы вам было максимально комфортно, максимально удобно и максимально просто. Вам остается
проявлять смелость, проявлять себя, выкладывать видеоотзывы, писать партнерам в личке, предлагать им возможности, которые мы для вас создаем. Я надеюсь, что вы все этими возможностями будете пользоваться. Все, друзья, всем спасибо за обратную связь. Можете также писать непосредственно в чате для того, чтобы к нам на вебинары приходило еще больше людей, чтобы они знали, что на вебинарах классно, интересно, можно получить полезную информацию, потому что чем больше партнеров посещает вебинары, тем лучше. Все, друзья, на этом будем заканчивать. Всем спасибо большое, до новых встреч и пока-пока.